Українська влада і українські воєнні експерти говорять і називають наступний 9-й Рамштайн авіаційним. Чи чули ви подібну інформацію від західних, можливо, колег? Чи дійсно чекати в рамках завтрашньої, до речі, зустрічі якихось рішень по авіації, як ви думаете? Ну, скорее всего, в информационном поле это все-таки наша, больше наша, наши посылы от наших политиков, которые хотели бы, по крайней мере, предвосхитить какие-то действия на этом Рамштайне. Я не думаю, что будет на 100% решен какой-то вопрос, так как очень много несогласованных действий по передаче авиации, а их очень долго согласовывать. И это может быть еще, допустим, неделя и согласование по авиации тот же Байден или в Польше, или, может быть, даже в Киеве 24 февраля огласит о передаче какой-нибудь авиационной составляющей. Я думаю, оптимальный вариант все-таки на этом Рамштайне надеяться на то, что нам передадут или озвучат передачу дальнобойных ракет. Ракет тех же Storm Shadow с дальностью до 1000 километров, тех же ракет MLSDB, которые уже, в принципе, заявлены, просто еще непонятно количество и сроки поставки. Может быть, ракет «Гарпун» с увеличенной дальностью. «Гарпуны» у нас сейчас 150 километров, есть еще модификация «ЕР», она идет 240 километров. Как раз этой модификации нам бы хватило, допустим, для того, чтобы уничтожать и корабли противника, в некоторых позициях дотянуться до Крымского моста и уничтожить как минимум две морские базы в Донузлаве и в Севастополе, морских баз в Крыму российские. Потому, я думаю, первое все-таки надеяться надо, еще раз повторюсь, на ракеты, а авиационную составляющую подождать еще дней 10-15. А ця вся техніка, включно з авіацією, включно з далекобійними ракетами, потрібна Україні до контрнаступу, який ми анонсуємо фактично на весну? Для выполнения наступательных действий нам хватит, в принципе, и тяжелой техники, то есть тех танков и брони, которые нам уже обещаны и которые уже идут, мы их видим прекрасно, как оно идет, и мы уже начали на ней обучаться. Но именно движение начинать тоже можно по заходу тяжелой техники и легкой техники. Начать движение в сторону Азовского побережья, просто механизмы наступательные будут разные, разные боевые порядки, с разным, естественно, с разной скоростью. Потому начать можно до захода авиационной составляющей и до захода ракетной составляющей, и это без проблем. Ракетная составляющая, это в основном нам нужна будет все-таки для работы по Крыму, доставать северное побережье Крымского полуострова, но будет, если серьезные ракеты с большой дальностью, то и Черноморский флот, где бы он ни находился, в Черном море, естественно, южный ЮБК, южный берег Крыма, там также еще есть две базы, которые надо достать и уничтожить, морские базы, как минимум, плюс аэродромы, именно крымские аэродромы, потому здесь очередность она вот такая, то есть нам хватит железа наступать на Азовское, а дальше защищать Крым надо обязательно ракеты, а авиация она будет просто либо прикрывать наступающие части, наступающие тяжелую технику максимально эффективно и увеличивать просто скорость продвижения. Она однозначно нужна, авиационная составляющая, так как я еще раз повторюсь, чем быстрее мы выполним разгром россиян, российской армии в Украине, чем быстрее мы их выдавим за границы 91-го года, тем меньше будет потерь. От про швидкість далі я хотіла запитати, тому що міністр оборони України Олексій Резніков говорив про зустріч в Рамштайні, яка відбудеться завтра, і казав, що окрім авіації будуть обговорювати союзники формування запасу міцності по боєприпасам, тренінгові програми для української армії, стабільність підтримки, логістика, обслуговування, ремонт і так далі. Чи не є це створення запасів міцності, стабільність підтримки. Чи не є це підготовкою до тривалої війни, ймовірної? Ні, це тільки, це якраз всі вищеперечислені моменти,
Это как раз основные пункты, это 90% пунктов любого наступления, широкомасштабного наступления. То есть это не подготовка к длительной войне, это как раз подготовка к широкомасштабному наступлению. То есть пока как раз видно именно даже по такого рода заявлениям, видно решимость наших партнеров как раз эту войну закончить в этом году. То есть это уже такой положительный момент, и он понятен любому военному, который занимался с определенным сбором такого рода действий и движением, и планировал движение. То есть это вот как раз подготовка, вот я думаю, вот даже к этому первому наступлению, которое будет вот на март, например, месяц.